Привет всем! И как всегда, с вами компания Adagdiskoy Pro. И сегодня у нас на обзоре вот такой прекрасной упаковочки чучела XD. Серия Harvester Pack. Как все уже заметили, 6 идет чучел. Вот, коробочка уже подготовлена, распакована. Вот, серия XD чем отличается? Мягкий пластик, ребята, мягче, чем у X-Avian. Заметьте. Вот. Вот такая вот, вот такой прекрасный селезень. Смотрите. Все видели уже обзор, да, активных чучел XD. Вот. Там 6 поз, 4. И здесь 6. Вернее, не 6 поз, там активные. 6 чучел я имел в виду. Здесь идет уже фишечка. Вот идут чучела уже вот в таких позах. Ну, как бы не все. Скажу так, давайте будем все правдивы. 3 позы реально здесь как бы из активных поз, как бы самых таких популярных. Вот. И 3 позы, которые уже кормящиеся это. И начнем мы с кормящихся. Ну, вот на примере вот этой, на примере утки, такой отдыхающий какой-то, чуть-чуть перья опущенные. Но я считаю, что... Все говорят, что X-Avian лучше, а я вам скажу, что вот эти чучела, вот смотрите, еще мягче, чем X-Avian. И скажут Greenhead там, Greenhead очень славится своей покраской. Вот, ребят, Greenhead, то есть чучела, все знают, кто много лет пользуется, там аккуратно или нормально пользуется, то есть очень долговечная окраска, ребят. Ну, давайте смотреть вот на чучело. Киль, как всегда, 60 на 40. Самый любимый мой киль. Вот. Не знаю, как... Рестер Миллард. В какой-то позе Рестер. Надо перевод посмотреть, не все. Вот. Это первое чучело, которое как бы здесь будет. Для кормящихся, селезень кормящихся, ребята. Так. Вид шикарный, ребят, вот складывается, вот попка, вот, это крупный размер, ребят, крупный, открытая вода, но, в принципе, можно использовать и на мелких водоемах, и будет видно далеко, то есть можно на мелких водоемах 6 штук таких взять, и чуть-чуть, ну, там, поменьше чучела, то есть, чтобы заметно было, самочка кормящаяся, ребят. Вот такая вот самочка. То есть, в принципе, вот я еще попробую. Эво вам пластик. Но самка крупнее. Я вам скажу, что самки такое ощущение, что крупнее, чем селезни. Сейчас сравним. Сравним. Ну, так. Вот именно по... Вроде как почти одинаковые даже. Но крупные. Ну, вот. То есть, очень яркие. Смотрите, какие названы. Какая утка серьезная. Смотрите так. Всем, чтобы было доступно, и все как бы видели и выбирали уже то, что это. Ну и вот активная, да, это в принципе из прошлой серии. Вот слышно, не досыпали киль песочка. Как-то так. Утка прекрасная. Просто прекрасная, ребята. То есть, кто думает, что... Опять же таки из прошлой серии, ну то есть в принципе, конечно, хотелось бы, может быть, есть там комплект еще кормящихся, чисто кормящихся уток, вот, но есть у меня сомнения их покупать, пока буду, наверное, вести такие, вот. Ну то есть это из активных поз, в принципе, свиммер, отдыхающий свиммер, да, свиммер, наверное, отдыхающий. Вот. Ну и активный селезень. Еще активный селезень. В принципе, кто уже знает, кто пользуется, то есть как бы такими чучелами, вот, качественными, я думаю, что он доволен. Результативность всегда. Опять же таки, в этом году очень многие звонят, говорят, вот, покупали там, не будем называть там и рекламировать сайты, вот, других людей. Вот сезон и все, Китай, там говно, то есть
Как говорится, скупой платит дважды, ребята. Купите один раз хорошее чучело, не потратьте чуть-чуть переплатите. Вот, сами привезите, как хотите, собственно говоря. То есть, как бы, компания наша помогает. Все знают, ребята, стараемся, как бы, для вас, вот, чтобы вам меньше геморроя было. Вот, так что можете к нам обращаться. Ссылочки будут внизу. Реклама, опять же. Ну, хорошо, вроде так все. То есть, будут еще комплекты, будет еще обзор, наперед забегая, 12 штук. То есть будет комплект. Я насколько понял, что там идут две штучки вот таких, как бы, в комплекте. Ну, посмотрим, прообзорим, сфотографируем, выкинем, как бы, все это. Пользуйтесь хорошими чучелами. Все, всем ни пуха, ни пера. Счастливо!